Ну вот, незабвенно поставила я на место. И рядом с ней стоит в похожей цветовой гамме сорт. Но у незабвенной как бы из центра идет, да, синева. А здесь вариант каемчатый. Зеленца и там дает цветам возможность держать свежесть долго. Но дольше, во всяком случае, чем обычные просто белые цветы. Все красиво. Здесь у нас волнистый край листа, волнистый край цветка. Тоже она меня просто пленит. Рядом птичка, птичка моя. Птичка у меня теплолюбивая. Знаете, как сказать, прилетела из теплых стран. Любит она потеплее. То есть прям в прохладных условиях анютка может получиться практически белой. То есть чем теплее температура, тем насыщеннее проявляется фэнтези и розоватый, пурпурный оттенок лепестки приобретают. То есть она любит потеплее. Это нужно учитывать при выращивании.